Профессиональный праздник «День работников налоговых органов Российской Федерации» отмечается в нашей стране ежегодно 21 ноября в соответствии с указом президента Российской Федерации. Налоговая система представляет собой государственные органы, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством сбор налогов. В стенах филиала Дагестанского государственного университета прошла встреча представителей налоговой инспекции со студентами экономического факультета. Перед тем, как вступить в открытый диалог с собравшимися, заместитель начальника налоговой инспекции Российской Федерации по городу Хасавюрт Шамиль Магомедов рассказал об основной цели визита. Основная цель – вам рассказать, что такое Федеральная налоговая служба, что такое Федеральная налоговая служба номер 17 Республики Дагестан, и как и цели нашего вуза, Дагестанского государственного университета, подготовка и привлечение специалистов, квалифицированных специалистов на нашу службу. Потому что, как вы считаете, как вы знаете, и как все уже история уже показала нам, налоги являются основным критерием пополнителя бюджета государства, любого государства. В продолжении также было обозначено, что действующая в настоящее время в стране налоговая система основывается на более чем 20 законах, охватывающих практически все сферы экономической жизни государства. Поэтому роль налоговых органов очень велика. Они являются одной из наиболее эффективных влиятельных структур государственного управления, гарантом экономической безопасности власти, обеспечивая к тому же реализацию экономической и социальной политики. Специалист также отметил, что для любого лица, прежде чем заняться тем или иным видом деятельности, необходимо встать на налоговый учет. Появление факта, то, что является того или иного имущества, или с моментом регистрации в качестве того или иного вида деятельности, уже автоматом, законом уже начинается налоговая обязанность и налоговая ответственность. Поэтому лучше с самого начала, когда вы начинаете что-то делать, прийти в налоговую службу, для этого есть оперативный зал, сидят специалисты, квалифицированные специалисты, которые вам помогут. Инициаторы встречи отметили, что проведение таких мероприятий имеет очень важное значение, поскольку будущим специалистам необходимо ознакомление с налоговой системой и спецификой работы, что на практике поможет реализовать свой потенциал на основе полученных знаний. Бика Сулейманова, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».